Всем привет! Мы еще находимся в Турции, в этом же отеле. Сейчас пойдем купаться в бассейн и съезжать с горочек. А пока у нас есть задание. Мы с собой взяли вот такие растущие рыбки. Тут написано, что надо 2 дня, чтобы они выросли. И у нас есть еще такое время. Мы их сейчас положим в наш импровизированный бассейн. Мы только такое смогли сделать. И посмотрим, насколько они вырастут. Да? Тут написано, что оно вырастает на 600%. Но нам очень мало верится. Эти тоже все. Сейчас мы их разложим, посмотрим, какие они. Сейчас мы их откроем все, да? Посмотрим, какие они. Вот мы открыли все наши игрушечки. Вот такие вот рыбочки у нас. Подожди еще. Мы еще же не показали, а ты уже прячешь их. Красивенькие. И есть еще немножечко динозавров. Вот такая у нас красивая лягушечка есть. Давай, бросай в наш импровизированный бассейн. Вот, на, теперь бросай вот эту рыбку красивую. Смотри, какая. Интересно, как она вырастет. Тоже это кто-то какая-то. Ну, какая-то, наверное, рыбка, акула или кто-то. Бросай. Акула. Вот кто это? Омар у нас, да? Такой рачок. Бросай. Бросай водичку. Ой. Вот теперь оранжевый крабик. На, вот оранжевый крабик бросай. Смотри, такой малиновый жук с рожками. Бросай. А теперь желтенький жучок. Бросай. А это у нас какая-то саламандра. Да. Бросай. Вот смотри, какой паук. Эми, паук, страшный паук. Бросай. Уже много там. Вот, смотри, сколько рыбок разноцветных. Все бросай. Да. Еще один такой дельфинчик, скорее всего. Да. И вот бери теперь целый отряд динозавров. Молодец, в одну ручку все поместилось. Бросай теперь все. Ой. Мимо. Ого, сколько у нас уже там. Представляешь, когда мы придем через 2 дня и посмотрим, будет полбутылки, наверное. Да? Я надеюсь, конечно, что будет полбутылочки. Кидай, все кидай. Ну, будем, нам только остается ждать. Все, закончились все. Да. Теперь будем ждать котик, пока они вырастут. Вон их сколько. Да? Все, ждем. Ну вот, прошло 2 дня. У нас вот так вот выросли наши рыбки и всякая живность. Мы сейчас будем сливать водичку и будем сравнивать, как они выросли. Вот какие кто-то такой, у нас такой большой трехголовый. Сейчас посмотрим, вот какие они. Да, было 4, ты сейчас видишь, как выросли? Ой, рыба! Давай, сольем водичку и посмотрим. Давай, высыпай их. Высыпай, посмотрим, насколько они выросли. Ой, какие они большие уже стали. Давай, кого мы там смотрели? Вот, смотри, малиновая рыбка, как она выросла. Дай мамочке на ручку, по-моему, посмотрим. Ух ты, какая большая малиновая рыбка. Ой, бай. А смотри, а вот розовый жук. Смотри, он почти на пол ладошки. Ну, давай. А ну, покажи, какой он большущий. Смотри, какой большущий розовый жук. А вот смотри, вот это саламандра. Саламандра, я саламандра. Да. Какая она огромнейшая стала. Смотри, как настоящая. А вот омар. Омар. Такой рачок большой. Да. А вот смотри, я паук, я смотри, как большой, какой я вырос. И какой я стал страшный. Да. А вот смотри,
крабик да. оранжевый, жучок желтый. Да. И вот такие динозаврики у нас получились. Были совсем масюсенькие. А вот помнишь, этот дельфинчик такой был маленький. Давай покажем. Вот смотри, вот этикеточка. Их этикеточка. И вот такая вот была рыбка. Смотри, теперь она полностью закрывает этикетку. И вот эта этикеточка, вот такие вот были. Смотри, какие они полностью закрывают. А саламандра вообще, смотри, огроменная. Видишь, какая выросла. И они такие классненькие, такие приятненькие. Такой страшный, страшный паук. Я сейчас закусаю. Кусь, 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 кусь. Ага, вот смотри, какая мордочка. Смотри, какая интересная мордочка у этой рыбы. Непонятная. Вот симпатичная рыбулечка выросла. Такая. Давай, вот это будем ложить на этикеточки. Вот такие вот у нас красотулечки повырастали. Ну что, тебе понравилось, Вилечка, выращивать такие животных, растущих да. животных? Будем еще выращивать? Да. Ну все, если вам понравилось наше видео, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Да. Пока-пока.